что он умеет. Сейчас там дальше интереснее. Ну, понятно, длительность. Mm-hmm. Это октава. То есть... Ого. Wow. Октава – это луп-позиция, то есть я могу сыграть, допустим, только вот этот кусочек, или вот этот. То есть между, я ему ограничиваю вот этими двумя, где ему играть. Mm-hmm. И вот эта mm-hmm. Скорость 4 четверти, mm-hmm. там, 8 четвертей, mm-hmm. весь размер, да. Очень грустная. Дальше интереснее. Дальше интереснее, это тоже как бы обычные секвенции, потому что дальше слои у нас есть уникальные. И давай начнем, наверное, отсюда сверху. Вот этот слой, который называется пуш. И вот стоит орб, очень, ну, делаю такую объемную педаль. Просто нажми и подержи немножко. Подержи только. Подтверди. О, он засветился, все, отпускай. Давай другой инструмент какой-то возьму. Он этот запоминает, этот mm-hmm. инструмент, а если я сейчас возьму, например... Андрей, ты будешь пить свой плеер? Я сейчас буду да, новый наливать. Да. Нажми еще где-то. То есть если ты долго держишь, он дольше будет звучать, да? Еще ближе. Чем дольше держать, тем дольше будет звучать? Ну, чтобы он сохранился. Он сохранился, да. Но с колонками это немного интереснее, чем... Так его не слышно. Вот звуки тоже, то есть я могу сейчас на этом слое, то есть вот это мои слои, и подсвечен какой активный сейчас. То есть я вижу, я убираю ему громкость. Там. Это выделю. И могу шевелить здесь громкости, как хочу. Придерживаю эту кнопку. Uh-huh. А дальше слой, который называется bounce, это просто мячики, которые падают. Я не знаю, вот drop echo хорошо. Просто нажми где-нибудь. Прикольно. Прикольно. Вот эта кнопка очистить. Это много всего. Верхняя, да. Какие-то джунгли. Там где-то есть лягушки, сейчас найдут инструмент с лягушками. Лакуст. Блин, это сложно. Пусть этот будет важен. Дальше смотри, дальше. Ну, вот это дроу. Так. Вот это, пусть повтори там будет. Понятно. Дроу это он повторяет за тобой то, что ты рисуешь. Подожди. Ого. Ну обычно там, знаешь, там бывает, что я хочу сделать лук там какой-то, ну, перкуссию там, и, ну, потом... Подожди. Угу. Промазал, ну ладно. Последний очищает. Ну, все очищает. А-а-а. Тут тихие штуки пошли. Там басы, наверное. Есть
еще такой слои, их тоже много, они называются рандом, рандом, ну вот космик, да, хорошо, нажми просто один раз, просто нажми все. Вот он вибрирует, и теперь нажми рядом где-то, ну, можешь рядом, лучше рядом, рядом, и он будет гулять, и еще дальше нажимать, можешь рисовать что угодно. Он как бы отскакивает, да, как-то от нее? Ну смотри, он, я вот поднимаю вверх, подожди, он запоминает последнюю мод. Я сейчас, допустим, рисую так, через одну, допустим. Подожди, он возвращается так, как я нарисовал. Стрёмная музыка. Вот это. Класс. Дальше есть еще такой слой, который называется соло. Соло вот стоит сейчас, барабаны стоят очень хорошо, перкуссия точнее. То есть здесь, если хочешь просолировать что-либо, тональное, вот это размер, а вот это как бы, ну сейчас в данном случае инструменты. То есть размер здесь вообще как 2/4, там 4/4, то есть 8-ми, 16-ми и так далее. Мне нужно держать. Что-то включу. Здесь у меня есть сохраненные какие-то вещи.